Ja czytałem jego urną, a on zniżnie jego odkawiła. Jeśli odkawiła, to na łanie, tak? Tak. Poczcie siebie tak. Нет, это не я. Я встретил такую симпатичную женщину, которая называется Наталья Господинова. Она профессор в полимерах. Но если 5 лет меняет страны. Сперва была в Советском Союзе, потом в Болгарии. Потом с Болгарии уехала во Францию, с Франции уехала в Люксембург, с Люксембурга уехала в Германию, а теперь есть в Праге вчера. Если 5 лет она страну меняет, но и она тоже ближняя вот так его, она не такая известная, как Новосело. Значит, в ближнем Тагиле много хороших научных сотрудников. Так. Ну, что это графен? Графен это одна пленка графена. Одна пленка графита, которую можно получить, отделяя механически эту пленку от кристалла графита, но это не тот не очень хороший, для физиков может быть хороший. Но для химиков и для людей с трудностями совсем не хорошие. И как мы можем сказать, что у нас одна пленка, что у нас настоящий графен, а не, например, 4 пленки. Но это очень, очень легко сказать. Через абсорбцию светла. Трансмитация одной пленки графена есть одна пленка графена уменьшает трансмитацию 2,03%. 2 пленки 4,06%. Так что очень легко сказать, и у нас настоящая одна пленка, и это не настоящий графен, 2, 3, 4, 5 пленок. Теперь, вы знаете, я редактор Synthetic Metals, то у меня по композитах графена и полимеров есть 10 статей в неделю, китайцы присылают. Так что теперь это очень модный, очень модный. Графен самый модный материал теперь. Так, то оптически мы можем сказать, или это графен, или не графен. Люди, я уже сказал, что люди имеют такие хвасты, которые они называют графен, но это не графен. А как лучше сказать? И это графен, и не графен. Надо использовать сканинговую туннельную микроскопию. Сканинг туннелинг микроскопию. И здесь снимка графена. Графена, а здесь снимка графита. Какая разница? Смотрите. Здесь совсем мы видим 3 атома, а здесь 6 атома. Почему мы видим здесь 3 атома? Потому что в графите 2 пленки, а мы шифты, как сказать? Сдвинуты. Сдвинуты, так. И только видим эти атомы, под которым есть 2-й дружок. Этот и этот. 3 из 6. А 3, где нет друга, which are not eclipsed.
na angielski można сказать. My ich nie widzimy. Tak, że w snimkie grafita my widzimy połowinu atomu. Połowinu atomu. W snimkie grafena my widzimy wsi atomy. Wsi atomy. Taka ja różnica między grafenem i grafitą. Jeszcze raz. Оптический, как уменьшается транспаренция и по туннельной микроскопии. Три, половину атома видим или все атомы.